Авианосцев. Так классифицировали в НАТО советский боевой экраноплан «Лун». Действительно, экранопланы, вооруженные управляемыми ракетами «Москит», могли потопить любое по водоизмещению судно, вплоть до огромного авианосца. При этом обнаружить «Лун» с помощью существовавших на то время радиолокационных средств не представлялось возможным. Экраноплан двигался с огромной скоростью на малой высоте, непосредственно над водной поверхностью. Опыт Второй мировой войны показал высокую эффективность скоростных кораблей при нанесении внезапных ударов по противнику и проведении десантных операций. Впрочем, сопротивление воды сильно ограничивало максимальную скорость кораблей. Но от водной глади можно оторваться и перемещаться над ее поверхностью, используя так называемый экранный эффект. Экранный эффект — это изменение несущих свойств крыла на малых высотах полета. При этом увеличение подъемной силы может достигать 50%, а рост аэродинамического качества — 100% и более. Аппараты, использующие экранный эффект, называются экранопланами. В начале 60-х годов в Советском Союзе была принята государственная программа по экранопланам. В 72-м в Бериевском КБ создали самолет-амфибию ВВА-14. Он был спроектирован коллективом под руководством Роберта Бартини. Строго говоря, экранопланом ВВА-14 не являлся. Экранный эффект использовался только для бесконтактного взлета и посадки. Реализация такого проекта привела бы к созданию самолета без аэродромного базирования со значительно лучшими характеристиками, чем у обычного вертикально взлетающего самолета. В 1974 году, после смерти Роберта Бартини, работы над этими летательными аппаратами были прекращены. Руководство авиационной промышленности было категорически против экранопланов и гидросамолетов. «Раз они плавают, — рассуждали чиновники, — пусть ими занимается судостроительная промышленность». Последние тоже были не в восторге от идеи оторваться от воды и заняться летающими кораблями. В итоге проектирование экранопланов возложили на Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях. Возглавлял бюро талантливый и энергичный инженер Ростислав Алексеев. Работы по этой тематике велись в условиях жесточайшей цензуры. Слово «экраноплан» стало секретным. Все изделия именовались как «катера». В ЦКБ приступили к постройке нескольких самоходных пилотируемых моделей. Испытания проводились на Горьковском водохранилище, подальше от любопытных глаз. На этих машинах отрабатывались основные конструктивные решения и способность моделей выходить на берег, а также перемещаться над земной и ледяной поверхностями. На основе полученного опыта в 1966 году на заводе «Волга» был построен огромный экраноплан длиной почти 100 метров. Экраноплан получил название «КМ» — «Корабль-макет». Американцы, обнаружившие его позже из космоса, прозвали экраноплан «Каспийским монстром». В то время это был самый крупный и тяжелый летательный аппарат в мире. Испытания, продолжавшиеся несколько лет, показали правильность основных инженерных решений. Государственная комиссия дала высокую оценку экраноплану. Особенно отмечались его мореходные и эксплуатационные качества.
При максимальной взлетной массе 544 тонны экраноплан разгонялся до 500 км в час. «Монстр» стал первым в линейке больших экранопланов конструкторского бюро Ростислава Алексеева. Осенью 1972 года специалисты ЦКБ вывели на ходовые испытания экраноплан средних размеров. «Орленок» проектировался и строился как десантно-транспортное средство. Он предназначался для перевозки колесной и гусеничной техники, а также живой силы в районы боевых действий. На испытаниях в морских условиях экраноплан показал хорошие результаты. Военных моряков привлекала эффективность экраноплана как десантного средства. Высокая скорость обеспечивала быстроту переброски войск, недостижимую для обычных десантных кораблей, и внезапность удара. Обычные противодесантные заграждения и минные поля для «Орленка» не помеха. Он просто перелетал через них. Для захвата плацдарма на хорошо защищенном берегу противника экраноплан был просто незаменим. При необходимости «Орленок» мог лететь, подобно самолету, на высотах до 6 километров. В 1975 году во время испытаний экраноплан сел на камни. Пилот не растерялся. Он включил поддув, машина сошла на воду, взлетела и благополучно дошла до базы. Это происшествие подтвердило высокую живучесть аппарата. Вслед за первым «Орленком» на воду спустили еще 3 экраноплана. Всего было построено 5 «Орлят», хотя первоначально предусматривалось строительство 120 таких машин. Но планам не суждено было сбыться. В 1984 году умер министр обороны Устинов, который активно поддерживал идею строительства флота десантных экранопланов. Новый министр обороны Соколов волевым решением программу закрыл, а деньги направили на строительство атомных подводных лодок. Следующим гигантским экранопланом, разработанным в Алексеевском коллективе, стал ударный аппарат проекта 903 «Лунь». Ударный экраноплан «Лунь». Длина 73,8 метра. Размах крыла 44 метра. Максимальная взлетная масса 380 тонн. Силовая установка 8 двигателей НК-87 тягой 13 тонн каждый. Максимальная скорость 500 км в час. Практическая дальность 2000 км. Экипаж 10 человек. Вооружение – 6 пусковых установок с ракетами «Москит». В 1985 году «Лунь» совершил свой первый полет на Каспийском море. В оперативно-тактическом плане этот экраноплан обладал выдающимися характеристиками. Он имел более высокую экономичность и более высокую грузоподъемность по сравнению с самолетами. По скоростным, боевым и грузоподъемным характеристикам «Лунь» превосходил суда на воздушной подушке и суда на подводных крыльях. Он мало заметен для корабельных радаров, да и в плане живучести не имел себе равных. Мощная сверхзвуковая ракета «Москит» с прямоточным маршевым двигателем при удачном попадании была способна пустить на дно любой боевой корабль. Такой ракетой с начала 80-х начали оснащать новейшие советские эсминцы. «Лунь» также получил ракету «Москит». Основным назначением экраноплана было уничтожение авианосных многоцелевых или ударных групп ВМС противника во взаимодействии с другими силами флота. Перед экранопланами открывались радужные перспективы. Но с распадом Советского Союза денег содержать «Лунь» и другие экранопланы не было. Разработки по этой теме прекратили. В апреле 1989 года в Норвежском море произошла трагедия с атомной подводной лодкой «Комсомолец». Спасти экипаж не удалось, хотя подводники продолжали бороться за свою жизнь в течение 6 часов. Но помощь пришла слишком поздно. Эти трагические события продемонстрировали отсутствие у флота эффективных средств спасения экипажей судов на больших удалениях от морских баз. Спасательные корабли были слишком тихоходны,
Авиация не имела возможности оказать должную помощь терпящим бедствиям. Через год после тех трагических событий на Каспийском море при участии экраноплана «Лунь» прошли учения по спасению людей в море. Учения проводились и в штиль, и в шторм. Вывод был однозначен. Если бы Балтийский флот имел на вооружении подобный экраноплан, уже через 2 часа после начала трагедии на Комсомольце к подводникам подоспела бы помощь. Учения показали, что экранопланы являются отличными морскими спасателями. На основе экраноплана «Лунь» был разработан гражданский проект, так и названный «Спасателем». Но работы и по этому проекту из-за недостатка финансирования были заморожены. Уже более 20 лет конструкторское бюро имени Алексеева продолжает вести разработки экранопланов практически без финансирования. Недавно Министерство обороны вновь обратило свой взор на экранопланы. После детального изучения машины признали перспективными. Есть надежда, что в ближайшем будущем мы увидим новые отечественные экранопланы, столь же величественные и быстрые, как экраноплан «Лунь».